Царь велел нам с тобой жития читать, книжной мудрости учиться. Обещал служанку, а прислал книжницу. И прислуживать буду, матушка, и прислуживать. Прислуживай. И поднимать буду, сколько скажешь. Спина у тебя не переломится, старуха? Чей не переломится, матушка-государыня? А вот урок-то нам все равно с тобой прочесть надо. Такова уж воля царя нашего батюшки. Дура настырная. Ну давай читай, да только поскорее. Сей труд посвящается мужу богобоязненному, добродетельному и Богом благословенному. Скука! Едва прочла, уж тоски нагнала. Если царь велел меня книжной мудростью питать, так найди хоть что любопытное, а я эту скуку слушать не стану. А про древние времена? Про царей иноземных? Мне что, мужи благодетельные, что мужи царственные, все равно. А про царицу великую хочешь прочесть? Я ж сама царица, чего я там не знаю? Там история большой любви и великой власти. А это о ком же? О египетской царице Клеопатре и римском кесаре. Ладно, старуха, неси свою книжку.